В Израиле изготовят самую дорогую в мире медицинскую маску для защиты от COVID-19. Она будет состоять из 18-каратного белого золота и 3600 белых и черных бриллиантов. Заказ на создание такой маски поступил израильским ювелирам от китайского бизнесмена, проживающего в Америке. Изделие с отверстием для фильтра будет весить примерно 270 граммов. Это почти в 100 раз больше обычной медицинской маски. Дизайнер и владелец ювелирной фирмы Исаак Леви показал уже готовые части заказа, усыпанного драгоценными камнями. Он отметил, что бриллианты вряд ли сделают маску удобной для ношения, однако, несомненно, помогут привлечь внимание к ее владельцу.